Сочи курортники сравнивают с Монте-Карло. Город научился предлагать гостям высококачественный отдых. Условия позволяют, но конкурировать нужно не только в уровне отелей и, к примеру, транспортной инфраструктуре, но и в качественном обслуживании, отмечает Анатолий Пахомов. Естественно, рестораны на сегодня есть всякие. Как и требовала подготовка к Олимпийским играм, мы должны были иметь кухню китайскую, японскую, европейскую, французскую, итальянскую, испанскую. Все это есть сегодня. Но, наверное, не так как-то все это происходит. Наверное, и вы бы хотели, чтобы у нас рестораны были так же востребованы, как они востребованы во Франции, Испании, Италии. Правда, там под запись идет все. Нам просто необходимо работать над качеством услуг и над ценами. Ресторанный бизнес называют изысканным. Именно он создает мнение туристов о гостеприимстве. Поэтому на рестораторах и членах их команд лежит большая ответственность – сделать Сочи территорией безупречного сервиса. Работать необходимо креативно. Несколько идей предложил и глава города. В том числе посоветовал включать в своих заведениях знакомые родные сердцу мелодии, в том числе и песни о Сочи. К тому же это второй город после Москвы, о котором написано так много музыкальных произведений. Действительно, по-настоящему будем все делать для того, чтобы каждый, кто приехал в Сочи, получил настоящее гостеприимство. Чтобы он был удивлен нашим патриотизмом и любви в Сочи. Мы действительно не на словах, а на деле должны это делать. Судя по количеству собранных подписей под хартией «Я люблю Сочи», рестораторы к переменам готовы. От нашей работы зависит очень многое, поэтому вот мы все стараемся, и я, так как и все остальные жители города Сочи, мы хотим, чтобы к нам приезжали гости. Мы живем только ради того. Я помню, когда мы были маленькие, даже в школе учились, то нам говорили, что отдыхающий – это главный человек в нашем городе, понимаете? А сейчас мы стали об этом забывать. Поэтому я только за двумя руками, и я думаю, что если мы все вместе, то у нас все получится. Тогда наш город будет чистый, уютный, привлекательный. Вот, может быть, будет такой, как и раньше, когда к нам и зимой, и летом приезжали гости. В Сочи есть все для полноценного отдыха туристов всех уровней. Появился даже свой Диснейленд, парк аттракционов «Сочи парк». Осталось вооружиться улыбкой, позитивом, доброжелательностью и профессионализмом, отмечает Анатолий Пахомов. Событиями, привлекающими гостей, Сочи обеспечено. Вот сделать так, чтобы туристы захотели вернуться, уже задача сферы услуг. Для более эффективной работы отрасли, решил мэр, в городе будет создана ассоциация рестораторов. Следующие в очереди на подписание долгосрочного гуманитарного проекта «Я люблю Сочи» – ательеры. Игорь Кырпа, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».